Всем привет! Я сейчас нахожусь в закрытом аккаунте у Нелли Давыдовой и хочу поделиться своими мыслями насчет этого. Это очень классно, это очень круто. Хочу сказать, что я многое про себя поняла, многое осознала. Вот, вообще поняла, что такое быть Богом, как я творю вообще этот мир. Я думала, для меня это вообще непостижимо. Я это все увидела. То есть я увидела весь событийный ряд, который я творю, и как это я творю, какие шаблоны внутри меня сотворили этот мир. Я увидела первую причину, то есть себя же, да. Вот, и что хочу сказать. Многое поняла, многое осознала. И осознания именно такие, знаете, не поверхностные, а глубокие. То есть вот до движа, скажем так, до этого аккаунта я также осознавала, что-то понимала, но это все было поверхностно. А вот именно какие-то глубокие осознания, как бы зерна знаний, да, я не могла понять, и мне не хватало, как бы вот, не знаю чего, вот этого движения, потока внутреннего. Вот, в итоге он у меня запустился, внутренняя радость, и я поняла, что такое вообще быть в потоке. То есть все те вопросы, которые во время вот этих двухнедельных, сейчас две недели мы в аккаунте, я задавала, я ответы быстро получала. То есть либо сразу же в течение 15 минут, либо на день, либо через день еще более глубже и глубже и глубже. То есть все ответы, которые я задаю, вопросы, все ответы приходят. Вот, самое мое глубокое понимание было как Бога внутри меня, как я вообще творю этот мир. Вот, я поняла, что такое любовь, вообще прочувствовала, что такое любить себя, мир вокруг, ценность себя. Вот, ну, какой поток сейчас во мне запустился, это что-то с чем-то вообще. То есть включилась такая движуха, такая жизнь вообще. Находясь в своем городе, я никуда не выезжала, грубо говоря, на этой самоизоляции, но такого движения у меня не было, можно сказать, за всю мою жизнь, скажем так. Я поняла, что такое сидеть в болоте, и как оттуда очень сложно, например, выбраться самой, и что для этого нужно. Вот сейчас запустился такой движ, и я понимаю, блин, какая вообще неадекватная была, сидя в этом болоте, пыталась вообще что-то понять, осознать. Вот, сейчас, конечно, вообще это круто, это с чем-то, это просто нужно пробовать, это нужно просто вписываться в это, и вы не пожалеете. Вот, хотелось бы всем посоветовать, чтобы принимали в этом участие, потому что это действительно круто, это классно. Вот, ответы, которые, ну, вопросы, которые я задавала, ответы все приходили быстро, скажем так, да, то есть можно месяцами, годами сидеть и думать, что ты что-то понимаешь вообще, осознаешь, но вот каких-то глубоких осознаний не было, вот этих зерен знаний, вот, ну, не было у меня. Что касается здесь, сейчас, вот, именно пошли такие глубокие ответы про жизнь, про себя в целом, и я очень довольна. То есть, грубо говоря, вот за две недели вот этого аккаунта, за две недели вот этой движухи, скажем так, я многое про себя поняла, то, что я не могла понять, там, грубо говоря, за всю свою жизнь. Поэтому это очень ценно, я всем советую, это очень классно.